Одна из новостей армянской повестки вызвала у меня своего рода флешбэк. А заключается она в том, что власти Армении решили бороться с ворами в законе и криминальными авторитетами, которые влияют на ситуацию с преступностью в стране. Сегодня приняли проект изменений в Уголовном кодексе Армении, содержание которого можно коротко описать. Вор должен сидеть в тюрьме. Так на этот счет высказался премьер-министр Армении Никол Пашинян. В ходе заседания проект представил министр юстиции Армении Рустам Бадасян. Согласно документу, статус «вора в законе» может быть достаточен для того, чтобы привлечь гражданина к уголовной ответственности. Предусматривается привлекать к уголовной ответственности за предоставление, получение или сохранение высшего статуса в преступной иерархии, создание, руководство, участие, вовлечение и сохранение криминальной субкультуры. При этом член группировки, который сообщит о ее существовании правоохранительным органам, будет освобожден от ответственности, либо получит более мягкое наказание. По проекту уголовная ответственность предусматривается и для тех людей, которые будут обращаться к ворам в законе для решения тех или иных вопросов. Подобные дела будут в ведении Следственного комитета. В свою очередь, премьер-министр Армении решил рассказать о новом проекте более простым языком. Представленный проект о «ворах в законе», так называемых «сходках», извините за такие слова на заседании правительства, «общаках» и других явлениях. Он для того, чтобы все те, кто в это вовлечен, привлекались к ответственности. Люди этой субкультуры считают тюрьму своим домом. Следовательно, их всех нужно отправить домой. При этом министр юстиции уточнил, что речь идет не только о «ворах в законе», но и о криминальных авторитетах. Агент-прокурор Артур Давтян отметил, что законопроект имеет серьезное значение, так как криминальная субкультура влияет на уровень преступности в стране и мешает раскрытию правонарушений. Законопроект был принят правительством единогласно. А почему, собственно, я сказал про флешбеки? Я думаю, те люди, которые застали своими глазами Грузию примерно с 90-х до 2004-2005 года, или просто интересовались историей современной Грузии, знают, что именно там была крайне актуальна проблема воров в законе, которые, по сути, и контролировали страну. Да и вообще есть версия, что большинство представителей института воров в законе являются именно уроженцами Грузии. Как бы то ни было, с приходом к власти Михаила Саакашвили против воров начались самые настоящие репрессии. Если человек открыто говорил, что является вором, его могли посадить в тюрьму. Причем особенностью данной субкультуры ведь являются так называемые понятия. И вот по этим самым понятиям, если вора спрашивают, является ли он вором, он не имеет права ответить неправду. Однако, как только власти Грузии объявили институт воров в законе открытую войну, те вроде как даже провели совещание, на котором поменяли правила. Мол, давайте будем врать, иначе нас всех пересажают. Методы были жесткие, но результат налицо. Институт воров в законе в Грузии был практически уничтожен. Были ли это репрессии? Ну, возможно, да. Было ли это нарушение свободы слова? Ведь за признание, что ты вор, тебя сажали в тюрьму. Можно сказать и так. Но возможно ли было по-иному очиститься от этой гадости, кроме как радикальными методами? Я уверен, что нет. И здесь все люди, будь то ненавистники или сторонники режима Саакашвили, сходятся в одном. Преступность и воров в законе уничтожить удалось. Насколько это нужно в Армении, мне сложно судить. Вряд ли в случае Армении сейчас все так же запущено, как это было в Грузии в 2004 году. Где-то я слышал о том, что возможной причиной принятия данного законопроекта могут быть опасения властей касательно активизации воров перед выборами. В это я, в принципе, поверить готов. Ибо соблюдение закона некоторых из представителей прежних властей вызывает вопросы. Потому и некая их близость с так называемыми ворами в законе лично меня не удивит. В случае принятия законопроекта могут возникнуть проблемы с вопросом прав человека, особенно учитывая курс Армении на углубление отношений с Европейским Союзом. Мол, получается, что человека будут наказывать за приверженность к той или иной субкультуре. А по европейским стандартам это неприемлемо. Однако в выборе между искоренением преступности и таких мерзких явлений, как институт воров, и попыткой угодить кому-то из своих партнеров, думаю, выбор очевиден. Да и Грузии эти жесткие меры не помешали сближаться с ЕС, а воры в массе своей из страны сбежали. В общем, лично я не считаю, что подобный закон будет нарушением прав человека или нарушением свободы слова. Существует определенная архаика, которая должна стать постыдной, маргинальной и просто умереть. И вот подобные преступные группировки, безусловно, находятся в числе этой архаики. Однако для ее искоренения нужны воистину жесткие меры. В конце концов, решать-то, конечно, не мне, а народу Армении. Но что-то мне подсказывает, что обыкновенный среднестатистический житель Армении не хочет, чтобы его стране хоть какое-то влияние имели воры в законе. В очередной раз можно провести параллель между Николом Пашиняном и Михаилом Саакашвили. И несмотря на то, что подход у них разный, как я уже когда-то говорил, ибо Саакашвили резок и радикален, а Пашинян более прагматичен и аккуратен. Но какие-то из их действий, как во внутренней, так и во внешней политике, перекликаются. Вот и сейчас мы можем наблюдать опыт Саакашвили, применяемый в Армении.
Что на самом-то деле и неудивительно, учитывая, что и ментально народы схожие. Пожалуй, наиболее культурно близкие, если говорить в масштабах Кавказа. Соответственно, и методы, что для Грузии, что для Армении, могут быть одинаково уместны. Собственно, пора и закругляться. Напоследок скажу, что для Грузии избавление от воров в законе было, вне всяких сомнений, благом. Потому можно лишь пожелать, чтобы и в Армении данное явление было полностью искоренено.